Этот выпуск о том, как одна маленькая деталь может в корне изменить все. Всем привет! Сегодня мы с вами узнаем, какую важную роль играет английский артикль «э» со словами «few» и «little». Начнем! Переводится слово «few» как «мало», «недостаточно». Оно употребляется только с исчисляемыми существительными, теми, которые мы можем посчитать. Например, книги, яблоки. Few books, few apples. Вы также можете использовать слово too, слишком, чтобы усилить эффект. И ставить мы его будем перед few, то есть too few, слишком мало. Представим, что вам нужно приготовить шарлотку. Хозяюшки, вы тут? Помогайте! Нам понадобится мука, сахар, яйца и, конечно же, яблоки. И вдруг вы понимаете, что яблок-то недостаточно, а ведь это главный ингредиент. И тут вы разочарованно говорите: There are too few apples left. Яблок осталось слишком мало. Переходим к little. Это тоже мало недостаточно. Только слово little используется исключительно с неисчисляемыми существительными. Молоко, кофе, вода. Снова переносимся на кухню. Свой день вы решили начать с чашечки кофе. Открыв банку, вы грустно вздыхаете. We have little coffee left. У нас недостаточно кофе. А теперь в чат врывается артикль «э». A few. Мало, но достаточно. Как и в варианте без артикля, используется это слово только с исчисляемыми существительными. Возвращаемся к шарлотке. Вы сходили в магазин и настроены решительно. Теперь вы улыбаетесь и радостно восклицаете. We have a few apples. У нас есть достаточно яблок. Переходим к a little. Переводится также «мало, но достаточно». Вы наверняка уже догадались, что такой вариант будет употребляться, когда мы имеем дело с чем-то, что нельзя посчитать. Купить кофе вы вчера забыли, но добрый сосед пришел на помощь. Теперь вы можете сказать «We have a little coffee». У нас есть немного кофе. Различаются эти пары слов в английском весьма существенно. Дело не только в том, с какими существительными используются few и little, но и какой оттенок настроения они в себе несут. Пара few и little имеет негативное значение. Нам не хватит того, что у нас есть, чтобы выполнить поставленную задачу. И совсем наоборот, a few, a little. Они принимают позитивный оттенок, и, используя одно из этих слов, мы сообщаем собеседнику, что для нашей задачи будет достаточно того, что у нас есть. На сегодня у меня все. Учите английский с удовольствием, а я пошла за кофе и шарлоткой. Bye!